Друзья, хочу представить вам душевного стримера с канала Guy from Donetsk. На его канале вы найдете многочасовые стримы по Mobile Legends, прохождение хоррор-игр и приятного в общении стримера. Знакомьтесь, подписывайтесь, ссылка в описании. Мур, привет, друзья, с вами Зверько. У китайцев Новый год не в январе, поэтому они продолжают свою бурную деятельность и выкатили на тестовый сервер танк по имени Хуфра. Хочу отметить любопытный дизайн персонажа, нечто среднее между клоуном и мумией. Итак, давайте посмотрим на навыки. Пассивка. Она заряжается 12 секунд, после чего автоатакой выстреливается в противника. Наносит магический урон, зависящий от вашей физической атаки плюс 8% от вашего максимального хп. Замедляет противника. Отлично подходит для замедления или добивания убегающего противника. Кроме того, каждый раз, когда мы наносим контроль противнику, время перезарядки снижается на 4 секунды. Первый навык. Хуфра, стоя на месте, заряжает свою руку, после чего выкидывает ее далеко вперед и перемещает себя, пересекая препятствия. Если он попадет этим прыжком по противнику, то наносит урон. Урон также рассчитывается с учетом максимального хп. Кроме урона, происходит еще и подкидывание врага. Благодаря расстоянию и скорости этот навык позволяет как легко инициировать бой, так и выйти из него, с оговоркой, что вас не окружили. Второй навык. Хуфра сворачивается в шара, повышая магическую и физическую защиту вплоть до 100% и начинает прыгать по противнику. Урон также рассчитывается от хп и замедляет противника. Более того, если кто-то вблизи попробует блинкануться или прыгнуть, ему обрубает перемещение, подкидывая врага в воздух. Например, Иритель применяет ульту и тут же подлетает вверх, но ульта активируется. А вот Ланс первым навыком не наносит урон, как и ультой, поскольку урон за счет перемещения. Это навык массового гнобления. Урон идет по площади, урон притом не маленький, так еще и защиты куча, да еще и замедляет. Я думаю, уменьшат или урон, или бонус к защите. Ульта. Хуфра сгребает противника в кучу и толкает перед собой. Навык наносит неплохой урон для танка. Враги получают оглушение. Если он толкнет врагов в стену, то и урона больше, и оглушение чуть дольше. Итак, что мы имеем? Выстрел с замедлением, дальнюю инициацию, урон от хп и повышение защиты, массовый контроль, но с долгим кд. Я вижу его как отличного офф-танка, в поддержку к основному. Представьте двойную инициацию с танком массового контроля вроде Минотавра или Тигрила. Ведь никто не сможет блинкануться, да еще и по головам попрыгают. Пишите в комментарии ваши впечатления. Обязательно подписывайтесь на канал, делитесь этим видео и, конечно, ставьте лапки. Всем пока!